Всем привет, на связи магазин «Ка Горка 3». Сегодня снимаем костюм на обзор «Горка 6» с излом от производителя «Пилигрим». Погнали! Капюшон регулируется по овалу лица, также по глубине. Имеет два кармана на груди, на молнии, с хорошей фурнитурой, ничего не заедает. Два кармана сбоку, на рукавах. Два грузовых кармана по бокам. Закрываются клапаном, застегиваются на пуговицу. Центральная застежка, здесь идет молния тракторная двойная. Пуговица на канадской ленте, и все это закрывается клапаном. Внутренний подклад у этого костюма плотный флис, подойдет до минус 5, минус 10 градусов. Внутренний карман под документы имеется. Брюки можно носить на подтяжках, также можно носить на ремне. И широкая резинка вшита на поясе. Два боковых кармана на тракторной молнии. И два грузовых кармана по бокам.